среду 3 сентября читатель нашего сайта Дмитрий Сергеевич в «Народных новостях» выложил запись с видеорегистратора, на которой запечатлена утренняя пробка в районе перекрестка с улицы генерала Попова. Затруднение движения во многом связано с ремонтными работами, которые ведутся на этом участке трассы еще с мая. Не добавляют порядка и водители, объезжающие заторы по обочине и тротуарам. Завершить ремонт дороги ранее обещали до 15 октября. Как нам рассказали в четверг в отделе ремонта дорог ФКУ «Упрдом» Москва-Бобруйск, все работы ведутся по плану. Крайняя дата завершения ремонта осталась прежней – 15 октября. Утренние и вечерние пробки правобережцам осталось терпеть недолго.